А сейчас расскажу, как быстро посидеть и стать зайкой всего за 20 баксов. И в этом нам поможет вот эта ползающая гадина. То есть кукла. Товарищи, это капец. Когда увидел это вживую, у меня пара седых волосин добавилась. Но такой эффект мне и нужен был. Решил друга разыграть, подкинул эту куклу ему в комнату, когда он спал. Сначала он не понял, откуда шум, а когда понял... Ох, сколько шума было! Визжал, как девчонка. Правда, он со мной до сих пор не разговаривает. Надеюсь, скоро простит меня.